Yeah.
чего всегда можно измельчить, да? С нас есть два распределения наполнения формы. Вот это длиннее. Тогда можно выделить три таких. Все равно так. То это полимерон. Почему это тоже полимерон? Надо, почему мы отправим это? Да хрен его знает, еще. Значит, что должно быть сейчас? Вот полимерон. Вот полимерон. Это ни о чем не говорит в общем случае. Например, баба, я баба-баба. Это полимерон. Конец. Что, если они чёрт напишут, что скажут? Ну, она в то поверит. Интуиция, что это ОВО и ОВО. Вот у нас S развернут, это S. Это S развернуто, ну и так далее. Мне кажется, это правда. Ой, что всегда можно так делать? Ну, особо не чёрными. И света. Вот, ну и... Ну, если это не чёрное, то чёрное. Понятно. Кстати, если они оба чёрные, то что? А, еще.
jeszcze. Czarny będą to są. I to już się da, można żartować. To jest na każdej pozycji, trzeba pamiętać, gdzie błąd. Ближайший человек к центру. Ой, ну, я умею это делать с манакером. Что делать с манакером? Правда, не знаю, как это еще делать. Найти ближайшую строчку. А, я умею это делать. Этот... Буду потеряться без него.
можно прям плюс один, этого можно не делать. Ах, все можно шесть, правда, четыре, два, да, хорошо. Тут просто нет, тут два минус один, просто нет. Четыре, два, восемь, понятно. Ну, шесть, четыре, два, понятно. Походу реально минус один, минус один, четыре, два. Окей. Окей, я не воспомнил с этой дубы. Ну, кто-то еще не знает. Ксун. Ксун сейчас где? Ксун сейчас наверняка находится где-то. Чтоб я знал. Понял. Вообще определяется стоимость пассива. Типа сортит сумму для... А, я понял. То есть мы делим на блоки, что там надо просто сортить, и суммируем их длин. Нет. Да. Что? Да, мы суммируем их длинный минус один. Поэтому ответ это что-то минус количество блоков. Типа минус количество блоков. Окей. То есть для каждого входа отрезка.
Нет, тоже не так. Сейчас. А, сейчас. Нет. А ну что значит блок? Справа будут все больше, слева будут все меньше. Все, что значит раздел? Потому что все слева, не больше, чем все справа. На каждой штуке. Перегородки можно посчитать, сколько раз она перегородка. А или даже каждого левого максимума. Различно, супер. Каждого левого максимума нам надо. Слева больше него. Он входит в блок. Справа не меньше, как понимаю. Окей. Окей. Kind of легко. Это значит, что нам нужно будет найти просто сколько единиц непосредственно, не больше, чем он. Сколько нулей. Что-то все у нас отрактивается. Без всяких фенриков даже. Да, только тупо использовал.
После этого вам надо найти первые сиро после и серьезно, да? Не, реально сейчас. А, количество блоков. Принтскрин. Тогда и решить. Я еще и не читал. Понял. Наименьшее количество операций, чтобы у нас было такое ребро для каждого ребра. Можно посмотреть разницу между этим и этим количеством. Надо, чтобы она была как можно ближе к нулю.
если честно. Просто можно до каждой вершины сказать. Внизу включено, минус сколько наверху включено. Каждое включение это... что-то на пути. Пиздец, один. Пути плюс. Ок. Ну, то есть, я вам сделал минус один, на пути плюс два. И хотим найти... То есть ближайший к нулю. Угол квадрата это не то долго. Все время. Или нет? Ну, допустим, мы сделаем какой-то ХЛБ. То до хера, короче. Каждый запрос это блок. Отрезка машинить, поэтому это вот в губ вообще супер. Да. После каждой операции вперед или увеличивается на один, или черт уменьшается на один. Это интересно. Нет, это может быть не единственный. Конечно. Но если ответ не единственный ребро, то...
Что-то не скребр, блин. Вешено, как завершено. Ну, здесь я его... Вот это я туда надо снять смысл. Прямо сейчас у нас может быть или просто 20 дров. Или один. А и тогда нам просто надо около минимума смотреть, да? Можем посмотреть просто, как меняется центроид, когда мы добавили вершину. Надо посмотреть ближайшую к ней соседа текущую центроида. И если он тоже стал центроидом, то... Вообще, если у нас есть центроид, мы его знаем, то нам надо просто максимум из размеров деревьев и основья их сумму, да? Но это нельзя. Это нельзя. Все. Хорошо, можем размер. Дерево залог считается там, вот, для конкретной вершины. Сколько хотим. Мы можем добавлять ее размеру. У каждого из них сыновей. Но этого нам, видимо, недостаточно. Мы бы хотели бы принуждать.
меча есть. Я думаю. Достаточно только одного пассажира текущего строя, и кто у него самый богатый сын. Ну, не сын, там сосед. Да, дальше мы каждый раз смотрим, стал ли этот богаче. Ух. Легко. Сейчас какие нам нужны операции? Нужны операции. Плюс один в точке, сумма на отрезке. Все, да?
Просто какой-то. Ну, не пишет. Хорошо, я понял. То есть, если два маршрута имеют общую шину,
мы говорим, что на вершине маршрута. Маршрут, это вообще вершина. Например, что любой вершина маршрута. Тем не менее, я надеюсь, что маршрут это все. То есть, если мы там две вершины с одной нельзя добраться до другой. Каждый пара маршрутов ломала. А ведь верно, что если два маршрута пересекаются, пересекаются в частности или по концу одного из них, или по верхней вершине. Нет, это неверно. Нет, это верно. Смотрим лист. У нас есть лист, мы можем должны уметь доходить до любого другого, в частности листа. Каждый маршрут листа, как нет, по одному маршруту едем в вообще для каждой вершины, в частности листа, можем посмотреть, докуда мы натянемся. Я думаю, что любой пары мы что-нибудь вообще натянемся.
каждого ребра все дороги, проходящие через это ребро, должны, во-первых, не покрывать что-то с одной стороны, во-вторых, не покрывать что-то с другой. Так. Если это будет выполнено, то это было не покрыто, смерзшится, не смерзшится. Я говорю, не покрывают, я имею в виду, в частности, не покрывают листья. Один листам, один листам не покрыт. А покрыть каждый ровно покрывает максимум два листа. Поэтому что? Пусть мы... А, как понять, какая дорога хорошая? Ау. Почему тут такая память? Почему тут такая память?
значит. Каждая дорога дается в каждом из ее концов. Мы ставим пометочку, что она там есть. Дальше, если мы рассматриваем ребро, мы можем рассмотреть нижнюю вершину этого ребра. Смотрите на все пометочки под ней. Вся эта пометочка, которая встречается там по два раза. Мы ее удаляем. В остальном, если дорога не удалена, то она своим концам, если это листья, прибавляет единички. Поэтому мы можем что-то сделать, короче, ладно, понятно. Листьев дерево
Okay.
Должно быть внизу. Да. Должно быть смысл. Смотри, впервые видим, а мы это может не впервые видим. Сука. Ок. Thank you.
не прав. Я говорю, что в конце. Ну-ка, ну что-то рисовать, я это могу представить. Действительно, 1,6. Много, 2, 3, 4, смотрите в конце. Окей. Какой хер?
1, 2, 0, 3, 3, 4 и 2, 5. А стоп. Два, один, шесть, я взял. Тут четыре, пять, да? Два, два, три, три, четыре, два, пять. Ну, четыре, пять, здесь как. Ну, это шесть какая-то, я там написал. Ну, блин. Какой дверь. Ну, что восемь, но... Ему флот у меня реально падает. Вот. Ну, я могу идти. Работать. Если я только не сделал что-то супер тупого.
допустим, гений. Приливаю к меньшему большему. С помощью больше к меньшему. Дальше не пойду. Что нам с этим делать?
очень надеюсь, что это поможет, конечно. Я думаю, там все дороги между листьями. Это просто... Окей.